Ну что, пойдем козочек резать. Главное, чтобы станичники не узнали. Если не знают, то как бы, мы с ними не управимся, они будут стоять на своем. Нам же надо как-то их козочек дальше. И еще коров туда. Жители, что им надо? Так, здесь где-то был мужичок. Хранят всегда. Возьмем один из них. Палево, тихо. Ага. То есть вы думали, что новости Красавского края 24 весна, всем здрасте, не будут следить за козочками, да? У них это специально открыто, чтобы проветривалось. А вы чего пришли? В такую ночь. Чего пришли? Козочек наших резать, да? Пришли, парни.